Раз, 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 доброе утро. Ставим плюсики, как меня слышно. Я вас рада всех приветствовать и поздравляю с началом шестого каталога. С вами сегодня Лилия Донскова, и мы сделаем с вами планирование на каталог, подведем немножечко результаты предыдущего каталога, и я вам для сравнения хочу показать цифры четвертого каталога, но основным, конечно, это является товарооборот, это первая строчка, и рекрутинг, то есть это новички, рекрут и кюрекрут, то есть запомните вот эти цифры по переходу. Что у нас получилось в пятом каталоге с вами, давайте посмотрим. То есть вы видите розовым столбиком это планы, вот это планы, зеленые это итоги, то, что у нас получилось. Смотрите, по итогам трех недель работы мы с вами создали товарооборот 17 с небольшим тысяч баллов. Это только по России. У нас еще международные веточки работают. Кто-то, да, где-то разбросано. Есть крупная веточка на Украине. Поэтому товарооборот реально больше. Ребят, смотрите, wellness у нас тоже неплох, да, больше 10%, то есть это порядка 15%. Но можно лучше, то есть wellness нужно продвигать в массы, потому что это самый крутой продукт вообще в мире, самый крутой продукт, потому что косметика, она есть как бы, да, ее в избытке везде. Такого товара, как wellness, который решает очень многие проблемы людей, который помогает сделать нашу жизнь прекраснее. А что значит прекраснее? Если человек здоров, то, естественно, у него есть и энергия, и настрой, и позитив, да, и все на свете. Если человек болен, то у него все мысли только о том, как вылечиться, все деньги и мысли в одном месте. Если человек здоров, да, он может себе позволить очень многое. Смотрите, по рекрутингу у нас всего 62 регистрации. Это, в принципе, конечно, очень мало. Но если посмотреть по переходу, то у нас 19 человек разместили заказы, стали рекрутами, и 10 человек стали кью-рекрутами. То есть вот здесь вот очень даже хорошо. То есть если вы вспомните предыдущий каталог, то у нас было всего 20 рекрутов и 5 кью-рекрутов из 91, то сейчас ситуация лучше из меньшего количества людей. То есть здесь прям вот круто. То есть переход, он всегда играет хорошую роль. И реактивировано было 4 человека в четвертом каталоге, а в пятом мы вернули в команду 12 человек. Я, конечно, планировала больше, но получилось 12. Я считаю, это тоже даже, ну, неплохо. И активность 56, почти с половиной процентов. То есть активность маленькая. Это вот смотрите, над чем нужно особенно работать. Вот чтобы вот здесь вот все было хорошо, верхние строчки, да, обычно все об этом беспокоятся, о товарообороте. Ребят, вот это самое последнее, что, о чем вы должны думать. Потому что если у вас все хорошо вот здесь, если у вас все хорошо с активностью, то вот это автоматически будет хорошо, понимаете? То есть если у вас наполняемость команды и переход из стартеров в рекруты и в кью-рекруты хороший, то у вас еще активность, если высокая, то вот здесь всегда будет круто. Кто меня понял? Поставьте плюсики. Кто такой рекрут? Это новичок, который разместил любой заказ на любую сумму. То есть это может быть кусок мыла, это может быть шампунь, помада, все что угодно, ребят. То есть это любой активационный заказ. Кью-рекрут – это человек, который прошел первый шаг стартовой программы. То есть это человек, который в течение 21 дня с момента регистрации разместил заказов суммарно, или это один заказ, от 100 баллов. Оль, вы знаете, что это дает? 100 баллов дает нам прохождение стартовой программы. Я сегодня о ней не говорю, к сожалению, слайдик забыла вставить. Но вы можете посмотреть, в успешном старте мы проводили, да, то есть вам спонсоры об этом всегда говорят. То есть стартовая программа – это 4 шага потрясающие, где вы можете получить подарков на 16 тысяч рублей, 4 набора, а вы за каждый набор платите 199, то есть на, ну, практически за 800 рублей вы получаете продукции стоимостью 16 тысяч. То есть, да, выгода очевидная. Проходишь? Отлично, Оль, молодчина. Поехали дальше. Ребят, смотрите, ваша команда у многих только начинает расти. И, может быть, вы сейчас скажете, ой, нафига мне все эти цифры? Ребята, вы должны знать,
Вы должны знать, как бизнесмен, как предприниматель, как человек, который хочет построить успешную команду, вы должны знать, за счет чего будет расти ваша команда. Ведь могут прийти люди, которые, да, продавцы, они сделают крупные заказы, но не, вот здесь вот будет пусто, да, не будет рекрутинга. И все, продавец, он может уйти. Вы знаете, его могут переманить. Он может там сломать ногу и не продавать. То есть продавец – это человек, на которого мы не можем ориентироваться в построении планов. Понимаете? Потому что если человек вот просто продает, он не такой надежный. Если человек строит бизнес, а при этом еще и продает, вот тут вот, да, мы говорим о надежности, о стабильности и о росте команды. Поэтому вам нужно, соответственно, поставить план. Смотрите, я прикинула на команду, ну, поставила небольшой прирост, 19 тысяч баллов на всю команду, то есть это порядка 2 тысяч баллов прирост, там 1700, грубо говоря. Wellness, у нас 3 тысячи баллов я оставила. Рекрутинг я оставила на том же уровне, 150 я ставлю план. Я считаю, на нашу огромную команду рекрутинг у нас очень маленький. Очень. Поэтому нужно поднимать рекрутинг. И, конечно же, если вы хотите роста, начните с себя. Научитесь сами рекрутировать, чтобы у вас были хорошие партнеры. Их, ребят, ну нельзя так вот пригласить одного человека, и что он станет хорошим партнером. Да, может быть, повезет, а может быть и нет. Порой, чтобы вот найти хорошего партнера настоящего, который готов, да, на все. Сейчас покажу, на что он готов. Это выполнять правила 3П. То есть это человек, который легко меняет магазин на интернет-магазин, приводит людей на презентации, да, посещает мероприятия, учится, задает вопросы. Почему я увеличиваю? Ну, я просчитала, что кто что может сделать. То есть я прикинула, кто на какой уровень может выйти. Я посмотрела команды, которые сейчас активно развиваются. Они поймали вот эту вот тенденцию роста. Они поняли, что активная работа пойдет, если идти на теплый рынок, и они туда пошли. Я посмотрела планы, да, пообщалась с некоторыми из лидеров. Поэтому я прикинула такой план. Понимаешь? Просто команда огромная, для нас с вами сделал 1700 баллов прирост. Мы же сделали это по сравнению с четвертым каталогом. Да, мы чуть-чуть не дотянули, но мы приросли более, да, почти на 2000 баллов. Я думаю, что мы и в этом каталоге прирастем. Обратите внимание, я вам сегодня на планировании первый раз не делаю обзор каталога. Обычно я делаю несколько страничек хотя бы из каталога. Ребят, в этот раз я не смогла. Настолько шикарный каталог. Настолько классный. Я просто его полистала и думаю, ну это просто надо весь каталог вам сидеть и рассказывать. Я просто сегодня запишу обзор каталога, как я это обычно делаю. Я его полистаю, расскажу, на что обратить внимание, разжую акции, да, растолкую все. И вы посмотрите в записи. Хорошо? Так, надо отслеживать движение в команде, знать, куда идешь и идешь ли. А то, может, стоишь и топчешься. Конечно, для этого нужен план, нужна отчетность ежедневная желательно. И нужно проводить анализ. Да, вот мы сейчас с вами провели анализ и видим, что у нас где-то есть сильные стороны, а где-то слабые. Вот, слабая сторона – это у нас рекрутинг и активность. То есть если мы сейчас с вами поработаем над рекрутингом и поднимем активность, то у нас автоматически подскочит товарооборот. Давайте с вами подумаем, как поработать над активностью. Как вы думаете, вот как мы можем с вами вместе поработать над активностью? Пока вы пишете, я вам разжую, что это такое. Вот смотрите, например, у вас в команде 100 человек. 100 человек. Свеженькие, да, это люди, которые хотя бы один раз в течение трех каталогов сделали заказ. Это 100% активность. Когда люди уже пошли 4 каталога, не делают заказ, 5-6, они отваливаются, активность падает. И вот чтобы держать активность 72%, мы смотрим на БАК. БАК – это база активных консультантов, это люди, которые хотя бы один раз в течение трех последних каталогов разместили любой заказ. То есть это, да, вот наша активность. И мы всегда смотрим по баку. То есть, например, бак был 400 человек, а потом вдруг они там 100 человек не сделали из них заказ, решили передохнуть. Понимаете, активность падает. Чтобы активность не падала, что мы можем делать?
Ребят, ну, у нас же есть лидеры сейчас в комнате. Давайте идеи, генераторы идей. Чтобы увеличить активность, чтобы она не падала, а наоборот росла и держалась. Что важно? Почему люди размещают заказы или потом не размещают? Как вы думаете, с чем это связано? Я хочу, чтобы вы немножечко поработали мозгами, потому что если вы сами до этого дойдете, то вы сможете это все внедрить в свою команду. Если вы сами не дойдете, да, я вам это сейчас спущу на лифтике, все, то вы как бы этого послушаете и потом не сможете применить. Вот, отлично. Информировать об акциях и выгодах, еще что. То есть мы рассказываем, какие в этом каталоге спецухи, да, спецпредложения, какие выгодные позиции у нас есть. Мы разжевываем акции. И еще мы отслеживаем, например, идет долгосрочная акция, на три каталога растянута. И мы отслеживаем, кто выполнил первый шаг, прошел, а смотрим, второй они не проходят. То есть мы им говорим, слушай, ты прошла уже первый шаг. Смотри, тебе нужно еще пройти второй и третий, и ты уже получишь, например, спортивную сумку в подарок. Ну, не в подарок, там за 299 рублей, но я считаю, что это в подарок, потому что аналогичные сумки стоят от 2000 в спортивных магазинах. Так, хорошо, поехали дальше. Мы с вами, да, мне очень нравится эта картинка. Я знаю, что многие не любят это чудовище, да, какаху такую. Ну, реально, ребята, если вы хотите зарабатывать, то не ждите, берите, осваивайте этот бизнес, вникайте и действуйте. Действуйте каждый день, не ждите большого результата, а просто действуйте. Смотрите, ребят, что важно вам знать. Вот эти таблички у каждого, начиная, да, буквально с новичка, вы должны иметь у себя под рукой. Вы можете их распечатать, вы можете их повесить у себя на стене, вы можете их иметь в компьютере. Как вам удобно. Но главное, чтобы как только я вам спросила, ребят, например, поздравила новичка нашего с уровнем 6%, я ему говорю, hello, какой твой следующий уровень? А он такой, а я не знаю. Он должен знать, что следующий уровень это да, 9, 12, 15, или он может перепрыгивать, у него может быть не будет 9%, да, а человек сразу с 6 прыгнет на 12. Это нормально. Он может с 6 сразу прыгнуть на пятнашку. Это тоже нормально. Ребят, за один каталог можно выйти даже на 22%. Поэтому мы не программируем людей, что именно вот так вот надо там поступенчато, да, именно вот 3, потом 6, потом 9. Нет. Мы говорим, вот ты видишь, да, какие изменения будут, если ты возьмешь определенную ступень. И самый главный вопрос. Сколько вы хотите заработать за этот каталог? Напишите каждый в чате. Вот каждый в чате, посмотрев на эту табличку, скажите, сколько вы хотите заработать за этот каталог? Давайте, у нас 14 человек сейчас в комнате, каждый напишите свой план. Не-не-не, давай, сколько ты хочешь заработать, Таня? Вопрос конкретный. Сколько ты хочешь заработать мне, да, со своей командой, именно в проекте, за этот каталог номер 6? Табличка перед глазками, ребят, вот заработок за каталог. Скажите, сколько вы хотите заработать за этот каталог? Так, Фролова Татьяна, 13, Оля, 23, от 23, Саша Костина, 2500, Миша Булавцев. Миша, что такое 22%? Сколько ты хочешь заработать? Будить СП 2500 личный, 2500. То есть смотрите, вы себе наметили зарплату. Вот, зарплата. То есть, кто написал себе, ты там от 2500. Смотрите, вам нужно покорить ступеньку 9%. Это товарооборот команды 36 тысяч примерно, 900 баллов. То есть самый основной показатель – это баллы. Вот тут цифра может меняться немножечко. Кто знает, почему цифра может меняться? Сейчас вам раскрою секрет. Смотрите, откройте каталог. Выберите, например, сумку какую-то. Она стоит 2000, грубо говоря, а баллов дает примерно 14. Если же мы откроем парфюм за 2000, то он будет нам давать все 25 баллов. Понимаете?
То есть аксессуары дают баллов в два раза меньше при той же цене. Поэтому если у вас команда делает закупку в основном аксессуаров, как я в этот раз набрала, очки, парео, там, сумки, то есть у меня пол заказа это аксессуары. Они баллов дают мало, а сумма большая. Поэтому мы смотрим по баллам. Нам нужно 900, а вот тут может быть 36, может быть 45. Опять же, зависит от того, что покупает ваша команда. Потому что если они берут wellness, то тут будет, да, маленький такой товарооборот. Если же они берут там, да, wellness, он 1800 стоит, а дает 49 баллов сразу. Представляете? Вот, три коробки wellness, и человек сделал 150 баллов. Вот вам и все. И вся математика. А у меня заказ был на 200 баллов, я 9 тысяч за него, да, вышла на 9 тысяч. Почему? Потому что одни аксессуары. Поэтому он такой дорогой, а баллов дает как бы меньше. Поэтому мы смотрим вот сюда. А это примерно, мы должны ориентироваться, да, вот по деньгам. Потому что наш мозг баллы не понимает, он деньги понимает. Вы привыкли в магазине расплачиваться чем? Деньгами. Да, не баллами там, а именно деньгами. Поэтому ваш мозг понимает, я хочу 2500, мне нужно организовать примерно 36 тысяч товарооборот. Давайте считать, сколько это людей. Вот берите калькуляторы, открывайте прям калькулятор и считайте. 36 тысяч, если у нас в команде все премьер-клубщики, они делают заказы по 6 тысяч. Примерно 6 тысяч. Разделите 36 на 6. Сколько получается? Кто быстренько в математике соображает? 36 человек в премьер-клубе. И вы выйдете на уровень менеджер 9% и заработаете 2500. Все, видите, как вы быстро считаете? Давайте дальше перейдем. Кто-то писал, хочет заработать, сейчас вспомню, 13 тысяч. Вот, 13 я прям помню. То есть вам нужен уровень 18%. Значит, вам нужно организовать товарооборот примерно 180 тысяч. Делите на 6. 180 на 6. Сколько человек получается, которые в премьер-клубе? То есть премьер-клуб – это кто делает сам лично 150 баллов. У нас, правда, сейчас будут разные премьер-клубы, да, но мы отталкиваемся всегда вот от 150. То есть, Таня, тебе нужно всего 30 человек, которые будут в премьер-клубе. И ты выйдешь на этот уровень легко. Ребят, что самое главное, когда ваши люди делают по 150 баллов, они уже получают зарплату. Да, у них примерно вот такой доход. Примерно. Они заработают 800 рублей, даже, может, чуть побольше. Второе, они получат подарки по стартовой программе, они участвуют во всех акциях. Да, то есть это ребята, которые уже скажут, реально, вот у меня уже куча подарков, я уже реально плачу за заказ не 6 тысяч, а 5, да, то есть мы держим фокус именно на то, что выгодно делать 150 баллов. Сейчас, правда, выгодно будет и 100 тоже для тех, кто, ну, 150 не тянет, особенно для новичков, соточку сделали еще выгоднее, я вам чуть позже покажу, в чем преимущество. А Таня пишет, нету столько, надо найти. Надо найти и объяснять, что именно выгода начать сразу делать по 150 баллов. Тогда команда будет расти как на дрожжах. Понимаете? Ребят, реально 150 баллов может делать любой человек. Любой, даже самый скромный, самый стеснительный. Вопрос выбора, хочет он этого или нет. Он действительно хочет зарабатывать или он трындит просто? Я хочу, а на самом деле он даже задницу не готов поднять. Поэтому вот смотрите. Чтобы найти вот этих 30, Тань, может быть, придется перебрать 200 человек. Может быть, 300, да, чтобы выявить вот этих 330 людей, таких вот классных партнеров, которые будут плечом к плечу создавать вот твой вот этот актив. У нас по итогам каталога вчера на банкете, кстати, вчера такой шикарный банкет был, прям всем спасибо, шикарное поздравление, столько новых уровней, новички такие активные пришли, прям вот приятно было вчера, столько энергии. Вот смотрите, новички пришли, очень многие сразу сделали по 150 баллов. Почему? Потому что, во-первых, это был теплый рынок, это во-первых. Во-вторых, это был, как говорится, хорошая работа спонсора. И у нас в активе на всю команду, сейчас не могу вспомнить, по-моему, 57 человек. Миш, подскажи, ты точно помнишь, сколько людей у нас в премьер-клубе на всю команду? А в команде
Ребят, а в команде, там, я не знаю, 2-3 тысячи человек вместе с международкой посчитать нереально просто. И всего 56 в премьер-клубе, и они делают основную массу заказов. Умножьте 56, ну хотя бы на 150, хотя многие делают неровно 150. Есть премьерщики, которые 200, 250 делают, 300, 400, да, у нас есть такие люди мощные, для которых вот вообще сбор заказов – это как дышать. Им легко. Пообщайтесь с ними. Если вам трудно сделать заказ, найдите человека в команде, который делает 150 баллов, найдите их десяток и с каждым пообщайтесь. С каждым напишите, расскажи мне, как ты собираешь заказ. Соберите их опыт и примите то, что вам подходит. Ребят, это вообще легко. Он 8400 Аня Зинченко сделала. Это почти 200 баллов, там 170, наверное, с чем-то, да, Анют? Легко. Почему? Во-первых, это желание. Во-вторых, понимание. Ребят, понимание, что мы не продажники, а мы должны научиться рекомендовать продукцию классно. А чтобы ее классно рекомендовать, надо самим ее попробовать. Просто если вы сами не пользуетесь, да, а людям говорите, на, выписывай. Ребят, ну это бред. Как вы можете человеку что-то продать, если вы сами не пользуетесь, сами не попробовали? Ну, может быть, кто-то и купит, но такой процент покупателей будет очень маленький. Поэтому начните с себя, научитесь организовывать личный товарооборот. Вот этот легко. Это личный план от компании. А остальное вы сделаете уже, да, с командой. Вот эти все товарообороты гигантские мы делаем с командой. Никто никогда не продаст лично на 7500 баллов. А с командой из 50 человек, да, вот тут надо 50 человек всего. Миша, да, писал, что хочет такую зарплату, и Оля. Смотрите, ребят, вам нужно всего 50 премьерщиков. Держите фокус на премьер-клубе. Показывайте людям выгоды, чтобы все начали получать деньги. Тогда, во-первых, люди не будут уходить, они будут видеть плюшки, да, подарки, реальные деньги. Круто, Анют. Да, реально, люди увидят, что здесь можно стать еще здоровее, прекраснее, и, конечно же, у всех будет хороший результат. Смотрите, есть нормы по рекрутингу. Ребят, это здесь нормы стоят, если мы работаем с холодным рынком. Если вы используете в своей работе теплый рынок, то у вас может быть меньше рекрутинг, меньше. Потому что, вот смотрите, чем отличается холодный рынок от теплого? Если вы зарегистрировали человека с холодного рынка, то вы за ним бегаете. Вы за ним бегаете, вы создаете мостики доверия, вы создаете с ним отношения, на это уходит время. Многие люди стесняются, перекрываются, боятся. Теплый рынок бегает за вами, он вам не дает покоя. Поэтому если вы работаете с холодным, вам нужна одна регистрация в день, чтобы создать поток и среди них найти вот таких активистов. Если же вы работаете по теплому рынку, то вам достаточно в день не одну регистрацию. Вам можно в 3 дня одну, потому что вы его зарегистрируете, и он вас будет мучить и доставать, и вы на него будете тратить время, потому что он будет спрашивать все. А это как? А это что? А как с этим? А сколько я получу? А что мне делать? А вот у меня это спросили. То есть это будет почемучка. Поэтому идите на теплый рынок, не бойтесь звать близких. Вы знаете, у нас вот встреча была в субботу в бизнес-центре, и Оксана Григорьева приезжала. Она, как говорится, у нее новое дыхание открылось, и она начала активно работать со второй попытки. Что ее сподвигло, ребят? Она первый раз, когда начала работать, то она пошла на холодный рынок. То есть она постеснялась звать теплый, да, никому не стала говорить вообще, что она в этом бизнесе. Но потом она сделала перерыв, как бы результат не получился. И смотрите, ребят, что вышло? Она сейчас видит, что ее 3 близких знакомых пошли в проект Oriflame. Ее одноклассники, ее подружки, ее близкие люди, не какие-то там с магазина, да, тетеньки, а именно с кем она много лет провела вместе. Их сейчас позвали, и они пошли. Почему они пошли? Не к ней, потому что она их не звала. И сейчас Оксанка говорит, я пошла на теплый рынок. Вчера вы видели, она уже в чате начала, да, вопросы задавать, как теплый вовлечь. Я считаю, что дело пойдет. Анюта, спасибо за отзыв. Отлично, отлично. Да, wellness творит чудеса, поэтому мы его и так и продвигаем с таким удовольствием. Конечно,
Вы знаете, к сожалению, не все люди понимают важность вот этого продукта. Не все люди вообще понимают, что вот, ну, здоровье и вот тело, оно одно на всю жизнь. Вы знаете, можно ногти нарастить, можно волосы нарастить, можно их покрасить, седину спрятать, да. Ребят, но внутри органы, если они испорчены уже, да, их может восстановить только wellness. Если у вас кожа, да, вот один раз дается, вы знаете, ее, конечно, можно там операции делать, уколы, все равно это не то. Ребят, все равно это не то. Когда вы поддерживаете организм вот такими, как сказать, экологичными методами, природными методами, вот это круто. Когда же вы делаете это все искусственно, да, это не круто. Здоровье не нарастишь, ты правильно говоришь. Его можно только создать, да, создать и сохранить здоровье, питать наши клеточки правильно. Я обязательно проведу тренинг на этой неделе именно по технологиям wellness. Я еще раз вам напомню, что такое wellness. Да, здоровье плюс бизнес равно успех. Супер. Ребят, запишите себе вот эти нормы и внедряйте в команду хороший рекрутинг. Начните с себя и в рекрутинг. Да, Оля, в спорте вы, конечно, вообще чемпионы, молодцы. Сколько у вас должно быть ключевых? Во-первых, вы сами должны быть ключевым. Ребят, как вы понимаете, кто такой ключевой партнер? Вот чтобы была движуха в командах, вы сами должны в первую очередь стать ключевым партнером. А кто такой ключевой? Давайте накидывайте, вот как вы это понимаете. Правильно, выполнение правила 3П. А еще, давайте немножечко разберем эту как бы, программу. Это как бы, да, вот понимание просто, да, 3П, но давайте развернем. Этот человек влюблен в продукцию, да, и с удовольствием ее рекомендует. Да, он легко говорит о том, что это самая крутая продукция. Попробуйте кто-нибудь, да, мне сказать, что есть что-то лучше, чем Oriflame. Может быть и есть, но я никогда не поменяю, никогда, потому что от Oriflame у меня мощные результаты. Ребят, скажите, ключевой партнер, он легко приглашает, то есть он говорит, да, это бизнес работает, и у меня нет результата, но... Я только начала или я только начал, да, и самое главное, да, берет ответственность. Ответственность, смотрите, 13 человек в комнате, где все? Где ключевые? Где ваши новички? Ключевой, он берет новичков за руку и приводит на планерку. Самая важная планерка – это в понедельник, когда проводит, да, лидер бизнес-группы. Где все? Здесь закладывается основа понимания, здесь разбираются все вопросы. Поэтому, если вы в понедельник не пришли на планерку, то сами вы ключевой партнер или нет? Ребята, кто будет в записи смотреть, мотайте на ус. Я понимаю, у кого-то работа. Это другой вариант. Да, работа есть работа. Но многие даже с работы подслушивают, насколько я знаю, да, подключаются потихонечку, сидят в наушниках и слушают. Поэтому, если вы хотите собрать мощную команду, если вы хотите мощные результаты, вы должны стать сами ключевым. Это ответственность, легкость, да, позитив. Да, ключевой всегда в чатах позитивит. Он много пишет, он много работает. Угу. Это все Oriflame? Классно. Хорошо. Поэтому ключевые у вас будут, если вы сами ключевой. Это первое правило. Потом смотрите, ключевой партнер с неба не падает, его надо воспитать, показать пример, что вы сами ключевой. Поэтому если вы в чатах не пишете, если вас не видно, не слышно, если вы не записываете ролики, если вы не участвуете в планерках, в семинарах, то ваша команда, да, она как бы сдувается, вы должны быть как полководец, вести вперед, да, как показывать, что вы всегда вот здесь работаете. И поэтому вы ключевых воспитаете. Это примерно сколько их должно быть на каждом уровне. Для чего это вам прописано? Давайте с вами по-простому посчитаем. Если вы на 6%, и у вас 3 ключевых, ребят, 3 ключевых делают заказы по 150 баллов. Вот вы, понятно, на 6%, да? Если вы на 22%, у вас должно быть 22 ключевых, потому что у них свои ключевые. 22 – это минимум. Сколько у вас должно быть ребят активных, таких продуктивных, команде ответственных, амбициозных, которые идут к целям. Тогда у вас будет стабильно развивающаяся команда. Если же вы на 9%, а у вас один ключевой, ребят, о чем это говорит?
о том, что переход на следующий уровень будет затруднен. Скорее всего, ваша команда состоит из потребителей, из продавцов и потребителей, да, а ключевой один, поэтому затруднительно будет идти вперед. То есть вы вдвоем рекрутируете. Ну, вы знаете, 150 баллов – это все-таки не показатель ключевого партнера. Это продавец. 150 баллов делает легко человек, который берет себе и немножечко продает. А ключевой – это еще и остальные все, да, показатели. Это и приглашение, это рекрутинг, это обучение, это участие в жизни команды, ответственность, амбициозность, да, тут все. Планирование, ключевой всегда ставит план, он делает анализ, он задает вопросы. Мне очень понравилось, у меня с утра сегодня Таня Фролова, у нее осознание, она мне пишет: «Лиля, я поняла, что я делаю не так». Все, да, работа кипит, это ключевой, который постоянно думает, анализирует, как улучшить работу, как сделать так, чтобы стало лучше не только себе, а это есть такое понятие «выиграл-выиграл». То есть мне хорошо и всем хорошо, я что-то узнала, тут же делюсь команде. Что вам стало интересно? Я могу Тане микрофон дать, если она не против, она вам сама расскажет. Ребят, методы работы я разбирать сегодня не буду. Да? Вы должны что сделать? Выбрать себе парочку методов. Парочку. Один обязательно должен быть горячий. Это работа со знакомыми. Это у всех. И один какой-то еще. Это может быть Инстаграм, это может быть Контакт, это может быть Одноклассники, может быть ВК и ОК, может быть Инстаграм. У меня вот знакомые ВК и Инстаграм. В Одноклассниках я только посты ставлю. Я там не лайкаю, не рекрутирую, ни в друзья не добавляю. Я только постами там работаю. Кстати, тоже идет рекрутинг. Ну, за счет того, что там очень много друзей. Вот, смотрите, ребят, выбрать метод и отточить его до блеска. То есть выявить свою статистику, сколько вам нужно делать действий, какие действия, чтобы пошел оттуда отклик. То есть вам нужно, самое главное, чтобы пошли отклики. Следующий шаг – вы учитесь отрабатывать отклики, отрабатывать. То есть правильно переписываться, правильно выводить человека, да, на диалог, чтобы он задавал вопросы, общаться, и в какой-то момент вы ему раскрываете, что это компания Oriflame, да, чтобы он уже был подготовлен. Да, или сразу говорите, что Oriflame, и да, продолжаете общаться, отрабатывать возражения. То есть далее ваша работа – научиться виртуозно общаться с людьми, перепиской, голосовыми, выводить на созвон, как угодно. Я вам рекомендую всем смотреть видео. Я, к сожалению, мало записываю, но есть очень много видео крутых, на которых мы все учимся. Запишите себе фамилии. Это Анна Васильева, Надежда Санникова, Яна Бельская. Это вот те, кто прям выкладывают, мне кажется, каждый свой разговор они записывают и все выкладывают. И вот если вы их насмотрите, этих видео, да, вам именно надо вести собеседование. Собеседование там с кандидатом. Васильева, Санникова, Бельская. Очень крутые спикеры, они настолько легко и просто общаются с людьми. Вы просто научитесь у них как говорить. Давайте создадим список на каналы. Супер, Оля, идея. Прям можешь сейчас прям создать и скинуть нам в чатах. Потому что вам нужно просто научиться делать, да, вот эти переписки, созвоны. Посмотрите тренинги. Их тоже очень много в интернете по работе с возражениями. Как вести переписку с людьми. Да, их люди выкладывают много. Смотрите, учитесь, берите то, что вам нравится. Выписывайте себе, копируйте. То есть создавайте себе базу для работы. Потому что, вы знаете, у нас есть шаблоны, они в обучении все загружены. Но чтобы этот шаблон применить, нужно все-таки посмотреть практику. Поэтому смотрите практику. Мы вам добавим каналы этих ребят в обучение, и чтобы вам было уже наглядно, как посмотреть. Поэтому берете два метода. Обязательно список знакомых. Это прям самый главный метод. И какой-то из холодных. Но чтобы холодный начал вам давать поток, надо время раскрутиться. Поэтому быстрых результатов не ждите с холодного рынка.
Сейчас что я вам предлагаю сделать? У нас идет, тут циферку не справила, тут итоги пятого, и мы с вами ставим план на шестой каталог. То есть план на шестой. Я вам предлагаю прямо сейчас, кто еще не написал, сначала заполнить вот этот список желтый. Итоги пятого каталога. То есть вы сначала заполняете итоги, то есть с чем вы закрыли каталог, расписываете все, что вы сделали. Если у вас команда маленькая, то у вас вот этого пока нет. У вас, может быть, пока нет ключевых, да? Но вы заполняете те графы, которые у вас есть. Для этого вам нужно вызвать инфолист. Кто не умеет делать, да, пока просто смотрите. А кто умеет, вы должны были это, в принципе, сделать еще в субботу. Ну, край вчера, да, в воскресенье. Кто сделал, признайтесь, поставьте плюсики. То есть, мне кажется, это самая интересная работа, сидеть, да, вот сводить вот эти итоги и заполнять новую табличку. И сейчас прям кто не сделал, ой, какие молодцы, как я вас люблю, молодцы. Все-таки вы приучили себя к планированию, и это очень круто, потому что именно это дает возможность поставить правильный план. Когда вы видите свой план, результаты каждый раз сводите, а потом вы можете проанализировать, где у вас сильные стороны, а где слабые. Вы тут же увидите все как на ладошке, как на блюдечке с голубой каемочкой. Вы поймете, куда вам нужно свои силы направить. А силы нужно направлять туда, откуда идет результат. Правильно? Итак, сначала вы заполняете вот эту графу. Потом вы заполняете вот эту, это вторая. То есть вы ставите видение на каталог. То есть вы прописываете все, что вы хотите получить в итоге за 3 недели. А потом вы то, что у вас здесь получилось, вы дробите на кусочки. Я вам сейчас приведу пример. Ну, грубо говоря, вы хотите выйти на 6%. Это 450 баллов групповой товарооборот. Ну, например, у вас сейчас было 200, то есть по итогам третьего каталога, ой, пятого каталога у вас было 200. Вы хотите сделать 450, то есть вы ставите себе на первую неделю план 150 баллов. Вторую неделю вы должны закрыть с результатом 300 баллов, то есть прирастить еще 150 за неделю. И на четвертой неделе вы еще прирастете 150 баллов. У Саши нет, мне кажется, нет. Надо ей там табличку в конце возьмите и заполните новый план. То есть прописали. Далее вы пишете личные регистрации. Например, вы планируете 15 регистраций в течение 3 недель сделать. Ну, там выходные, обломы, да, и так далее. То есть вы берете и ставите себе план примерно 15 регистраций. То есть на первой неделе 5, да, это одна регистрация в день, и там 2 выходных. По итогам второй у вас уже будет 10, и по итогам третьей 15. Ребят, кто не понял, как планировать, поставьте минусы. Ксюш, не просто ссылочку, а первый раз нужно объяснить, как план заполнять. Первый раз мы планирование составляем вместе. Или видео дай, как план написать. У меня есть видео, я вам скидывала, как писать план. Да, пожалуйста, да, посмотрите сначала видео, чтобы потом план записать правильно. Поставьте плюсики или минусы. Кто понял, плюсики, кто не понял, минусы. Далее, многие говорят, а как я узнаю, сколько регистраций будет по группе? Ну вот, например, смотрите, вы в прошлом каталоге лично пригласили 2, а по группе было 4. Откуда взялись еще 2? Ваши 2 здесь и 2 помог спонсор. Вы смотрите, появились ли среди этих 4 ключики? То есть кто-то начал регистрировать, кто-то начал проходить обучение, там, делать рассылки, приводить людей на презентации. Если здесь один ключевой у вас появился, да, то вы делаете расчет. Вы спонсор и ключевой, то есть у вас будет уже трое рекрутеров. Спонсор немножечко помогает. Вы, да, можете на него рассчитывать, что он там вам еще парочку регистраций подкинет. Ключевой пока учится, он сделает, ну, примерно 5-7 регистраций, и вы себе 15. Вот и складывайте. Две спонсора, он в том вам две подкинул, значит, еще две подкинет. Вы сами 15, и новичок штук 5-7 сделает. То есть в результате у вас где-то, ну, 20,
7, ну примерно, 27 должно быть с командой ваши, спонсорские и ключевого. Понятно, ребят, как мы прогнозируем вот рекрутинг? Как мы прогнозируем все вообще? То есть мы примерно прикидываем, исходя из количества ключевых, потому что если бы здесь было два ключевых, то каждый из них сделает по 5 регистраций, если они только учатся, да? То есть это уже 10, спонсор 2, мы 15, это уже будет 30 почти что. То есть уже будет больше. То есть тут математика, как говорится, такая простая, простая и понятная. А, я немножко неправильно посчитала, что ли? А, да, ну тут неправильно посчитала. Так, двигаемся дальше. После того, как вы расписали план, вам нужно еще заглянуть немножечко вперед. Ребят, смотрите, у нас началась квалификация на конференцию в Испанию. Компания Reflame приглашает нас в Мадрид в 2018 году. Кто хочет поехать, поставьте пятерки. Кто хочет в Испанию поехать за счет компании, партнера? А у кого есть загранники, поставьте плюсики. Кто не просто хочет, а уже делает действие. Ага, а загранника-то и нету. Первый шаг, который вы должны сделать, это в плане вот материализации желаний, это начать действовать. Первое, что вы должны сделать, это загранпаспорт. Потому что если у вас нет загранника, а вы мечтаете поехать за границу, ну это смешно. Первое, что вы делаете, это загранник. Второе, вы распечатываете себе вот этот билет. Он есть на сайте, вы можете его скачать, распечатать и повесить себе на стену, положить в кошелек, куда угодно, то есть вы летите в Мадрид, то есть вписываете здесь свое имя, фамилия, звание «Золотой директор», пункт назначения «Золотая конференция» в Мадриде. Поняли, да? То есть пишите имя, фамилия, мое звание «Золотой директор». Отлично. Следующий шаг. Вы должны выполнить квалификацию. Как ее выполнять? Сейчас расскажу в двух словах, потому что на канале у меня есть запись «Как полететь в Мадрид». Вы можете посмотреть подробнее. Но, ребята, смотрите, что вы должны сделать. Вот тут вот 2, 2, 2, 2 и итог «Золотой директор». То есть вам нужно, начиная с 5 каталога, то есть уже квалификация в прошлом каталоге началась, сейчас у нас 6, заканчивается квалификация в 4 каталоге 2018 года. То есть здесь, если посчитать, ровно 17 каталогов, ровно 17. Один уже прошел. Да, сейчас уже 16 осталось. За этот период вам нужно поднять две ветки на уровень 22%. Вот тут напишу 22. 22%. Две ветки. Сейчас показываю. Вот, смотрите, это вы, ваш спонсор, это вы. Это две ветки. Смотрите, первая ветка пошла от вас. Она должна быть на уровне 22%. То есть товарооборот всей этой команды, которая пошла вот от первого человека, который лично под вами зарегистрирован, даже если он ноль, неактивный, даже если вот этот человек ноль, ну где-то там в глубине начали работать, и вся вот эта ветка суммарно дает 7500 баллов. Кто понял, поставьте плюсики. 7500 вся ветка. То есть все сложили, неважно, директор здесь или пятнашка где-то в глубине, ну, суммарно, да, все получается 7500. Плюс вторая ветка, начиная с первого человека под вами, и вся его глубина тоже на 22%. То есть вам нужно две команды на уровень 22%. Возвращаемся на этот слайд. Смотрите, например, в 13 или в 14 каталоге открылась первая команда и вторая одновременно, тогда зачет. Если, например, одна команда открылась здесь, а вторая здесь, а это пропустила, то это в разных каталогах, две ветки разные, это не зачет. Засчитываются только две одновременно открытые ветки уровня 22%. Кто не понял, поставьте минус. Все поняли. Хорошо. Вам нужно таких каталогов 8. 8, чтобы одновременно две веточки были на уровне 22%.
8 из 17. Ребят, это может быть не подряд. Да, они, может быть, вот тут открылись две ветки, тут пропустили, тут открылись, там, мало ли, упали, там бывают же сезонные. Если одна ветка, то это старший директор. Если две, то вы выполняете квалификацию золотой. И самое главное, друзья, самое главное, вам не важно, закроются ли ваши ветки за этот период, да, закроют ли они уровень директора. Вам считается только количество групп. Не закрытое звание, а именно количество групп. Вот именно на уровень золотой и так далее. Поехали дальше. Если вам Мадрид, как говорится, нравится, то вперед из песни. Если у вас будет три ветки, еще лучше, да, это будет еще лучше, красивее. Что вы получите? Давайте разберем. Когда вы закроете звание золотой директор, вы по дороге соберете три премии. За звание директора $1000, за звание старшего директора 1500 и за звание золотого директора $2000. Это суммарно $4500. Ребят, посмотрите, это примерно почти 260 тысяч. То есть, да, если мы берем период год, то представьте, 257 тысяч только премиями вы получите денег, такую кучу. Если вам кажется, что это немного, то посчитайте, сколько у вас сейчас годовой доход. Кто смелый? Кто работает? Да, я понимаю, в декрете там совсем маленькие денежки. Ребят, кто работает на работе? Сколько у вас зарплата? Умножьте на 12. Да, 12 – это год. Сколько годовой доход у вас получается? Посчитайте. И прям в чате здесь напишите. Если у вас зарплата 20 тысяч, значит, у вас годовой 240. Примерно 200. Смотрите, это работая каждый день, да, по найму. Ребят, смотрите, это помогая людям выходить на уровень директор, вы получаете только премиями столько. Теперь смотрите, зарплата за месяц, если вы на уровне директора, это примерно 25-30. У старшего директора 50-60 в месяц. У золотого директора около 75, то есть она может быть, естественно, чуть больше, чуть меньше. Посчитайте еще дополнительно, сколько вы получите денег за этот период. Я понимаю, что первые месяцы у вас будут копейки, да, у кого-то там 1000, там 2, 3, 5 по нарастающей. Но в момент, когда вы откроете звание директор, у вас пойдет отсчет примерно вот с такой цифры. И плюс еще два билета на банкет директоров. То есть вы суммарно за год заработаете примерно где-то 500-600 тысяч. Хороший слайд? Ну, берите. Забирайте, сейчас сотру все. Примерно за год вы заработаете 500-600 тысяч деньгами. Плюс подарками. Я даже не могу представить, сколько вы там получите подарков. Но самое важное, вы получите путевку на банкет директоров на два лица. Вы получите путевку в Мадрид. И если будет еще и менеджерская конференция, ее объявят чуть позже, то, естественно, вы квалифицируетесь заодно оптом и на конференцию менеджеров. Представляете, как изменится ваша жизнь? Вы только представьте, что для этого просто нужно нажимать на клавиши и приглашать людей в свою команду, пользоваться продукцией, обучаться и передавать знания своим партнерам. И признание не только теплого рынка. Признание от компании – это будет просто крутое признание. Да можно вообще рвануть куда хочешь, Оль, с такими деньгами. Итак, что нас поддержит в этих каталогах? Я уж не говорю о том, что сами каталоги один лучше другого. В этом каталоге мы забираем сумки, вот такие шикарные сумки. Ребят, кто выполнил акцию? Если вы три каталога подряд делали от 50 баллов, то вы получаете сумку, вы можете уже сегодня, мы еще вчера уже выписали эту сумку за 299 рублей. В среду уже получим, запишем обзор. Саш, пока нет информации, потому что сейчас еще конференция для менеджеров на Болгарию идет, квалификация. И позже объявят уже следующую, если она будет. Это ситуационная, это не по плану успеха, эта компания дополнительно добавила, как говорится,
бонусом для менеджеров. Далее, ребят, смотрите, что вы получаете. Новички, которые у нас регистрируются в период каталогов 5, 6, 7, 8, за 100-бальный заказ получают браслеты, шикарные браслеты, юбилейные к 50-летию Oriflame, набор таких красивых браслетиков. Если вы приглашаете, то ваши новички делают заказы, а вы получаете за каждый балл своего новичка себе спонсорский балл. То есть, смотрите, например, вы позвали подружку. Вот, например, Саша Костина позвала две подружки. Они сделали заказы суммарно на 300 баллов. Они получили браслетики, премьер-клуб, да, у них там будет 50% скидка, дополнительный каталог, они уже денежки получат, примерно по 800 рублей каждая. Саша получает в копилочку 300 баллов. Продолжает рекрутировать еще включая восьмой каталог. Из личного кабинета обязательно рекрутируем. Саша копит баллы, а потом их меняет на аксессуары. Что вы можете выбрать? За первый каталог уже 414 баллов. Саш, ну ты уже можешь взять набор браслетов и, например, косметичку такую, бьюти-кейс. Еще баллы останутся. Еще чуть-чуть поднажмешь, у тебя будут часы и ручки. Если наберете, ребят, смотрите, 1000 баллов, вы можете взять, например, только ручки. Или двое часов, мужские, женские. Но вы не можете взять двое женских. То есть вы можете брать только один из предложенных вариантов. Два набора кистей взять нельзя. Да, то есть мы все берем по одному. Баллы вы распределите, как вам удобно, как вы хотите. Чем больше баллов, тем больше подарков. Да? Можно собрать всю коллекцию юбилейную. И мужу подарить часы, и себе шикарные, и ручку взять себе мужу, и одну про запас оставить. Да? И кисти, бьюти-кейсы, браслетики. Самое интересное, смотрите, если ваши новички делают заказы из книги красоты, но только не аксессуары, то есть за аксессуары баллы не удваиваются. Если они, например, заказывают wellness или novage, то баллы удваиваются. То есть новичок сделал набор novage, взял за 100 баллов, ну, грубо говоря, вам 200. Круто? Рассказывайте про wellness, рассказывайте про novage, тогда вы будете, как говорится, в шоколаде. Далее, что у нас еще интересно? У нас изменился премьер-клуб. Теперь у нас три уровня премьер-клуба. Первый начинается со 100 баллов. Аплодисменты. Теперь у нас новички могут уже быть премьерщиками. Второй 150 баллов и платинум 250. В чем разница? Смотрите, первый уровень 100 баллов, скидка 20%, бонус 5% премьер-клуба. И уже он может заказывать у нас из специального буклета. И льготный набор из 8 каталогов за 189 рублей. Вот это вообще круто. То есть человек, который возьмет себе 8 каталогов, тот точно перейдет в платиновый премьер-клуб легко. Следующий уровень 150 баллов. Что здесь у нас добавляется? У нас добавляется объемная скидка 3%, скидка 50% на любимый продукт. И что у нас добавляется в платиновом премьер-клубе? Скидка 20 и бонус 10%. Тут у нас повторяется. Далее у нас добавляется доступ к спецухе. Купи 4, заплати за 3. То есть это будет дополнительное спецпредложение. У вас будет возможность, если вы 17 каталогов будете в платиновом премьер-клубе, подряд 17, вы получаете часы. Специальные часы очень красивые. И самая бомба, вы участвуете в территориальном закрытом клубном фуршете. Да, Олечка, выгоднее. Будем стремиться делать уже по 250 баллов. Конечно, это очень круто. Потому что это возможность выехать на крупное мероприятие, нарядиться, да, получить признание, шикарную фотосессию. Да, то есть такая бомба просто конкретная. И также участие в закрытых ежеквартальных онлайн-семинарах с экспертами Oriflame. И еще повышенный кредитный лимит. Кто этим пользуется, да, еще удобнее. Смотрите, как круто. Я считаю, что компания сделала
Конечно, вот этот дополнительный банкет – это огромная мотивация делать уже не 150 баллов, а именно 250. Ну, я думаю, мы с этим справимся. Далее, ребят, смотрите, у нас к юбилею, к 50-летию компания выпустила шикарные аксессуары. Я себе уже вчера схватила вот эту кружку. Мне очень понравилось. Я вообще люблю красивые кружки, особенно если это наша кружка. Я из нее буду пить воду чистую. Я прям балдею, уже жду с нетерпением получения этой посылочки в среду. Смотрите, шикарные маечки. Если у вас нет еще маек Oriflame, возьмите, чтобы вы могли там на велопробег выехать, да, с командой, выйти на природу, погулять с детьми, чтобы вы выделялись, чтобы было заметно, что вы что где-то к чему-то принадлежите, к какому-то крутому сообществу. Можно взять маечку и белую кепочку. Прикиньте, как красиво. Планшетик, если вы планируете выходить на работу с холодным рынком. Да, блокнотики, ручки. Ой, ну столько всего классного. Я единственное, что хочу сказать, что это очень быстро все разберут. Если что-то понравилось, то берите смелее. Да, цены такие приемлемые. Прям нормальные цены. Далее, смотрите, еще раз объясню, как правильно регистрировать людей. Заходите к себе в личный кабинет. К себе в личный кабинет. Кто понял, поставьте плюсики. Открываете наверху менюшку «Зарегистрировать нового консультанта». Переносите данные в форму. А внизу ставите вот тут точку «Консультант из моей структуры является спонсором». И вот здесь вписываете номер человека последнего в веточке, под которого вы хотите записать новичка. В данном случае вы будете являться приглашающим спонсором, и бонусы за новичка получите вы. То есть эти спонсорские баллы пойдут не вашему человеку, под которого вы регистрируете, а вам. То есть человеку идет товарооборот, он, да, получает плюшки в виде там денег с команды. Вы получаете спонсорские баллы, чтобы выкупить потом себе часы, ручки, там, кисти, кейсы, да, все, что вам понравилось по акции. Справедливо, очень, очень справедливо. Так, ну что еще, ребят? Не буду здесь задерживаться надолго. Я, в принципе, вам рассказала все самое интересное. Я хочу вам пожелать отличной недели. Жду от вас вопросов. Напишите, что-то может быть непонятно. Какие-то вещи, может быть, да, вообще взорвали вам мозг. Просто можно индивидуально созвониться, пообщаться или спонсору задать, или прямо сейчас в чате. Я вам желаю в день по одной регистрации, чтобы вы быстро росли по карьерной лестнице. Сегодня у нас мероприятие будет следующее в 20:00 по Москве. Я забыла указать тему, мы знаем. Я вам ее выложила там лайфхаки, по-моему, в имидже, в макияже, что-то такое. Заработок взорвал голову. Кать, ну я думала, ты в теме. Я думала, ты в теме. Заработок – это мощь. Ребят, ставьте цели, ставьте планы прямо сейчас, кто их еще не поставил. И начинайте работать и пахать. Катя, он тебя в армию пригласила, да, взяла себя в армию. Поэтому ждем от тебя отчетов каждый день. Катя, я уже давно в армии. Ну, немножечко, да, бывает, поблажки себе делаю. Вот, ребят, девочки мои, дорогие мальчики, я вам желаю очень мощного каталога. Сейчас время роста, время шикарных изменений в вашей жизни. Только вы сами можете решить, как вам жить. Не полагайтесь на государство, не полагайтесь на общество, на советы подруг, которые ни понятия бледного даже не имеют, что такое бизнес и как здесь можно развиваться. Верьте только себе. Делайте на всю катушку, не жалейте, не экономьте. Пока молодые, пашите. Пока есть силы, энергии, пашите. Вы знаете, можно ведь реально 2-3 года вложиться в сетевой маркетинг по полной, а потом кайфовать всю оставшуюся жизнь, пожинать плоды. Но для этого надо реально вложиться, не ныть, не ставить себя там жертвой, а быть автором своей жизни, пахать, да, доносить до людей информацию, искать таких же, как вы, которые хотят перемен и идут к ним, и ищут только, кто же меня позовет к себе в команду и поможет мне стартануть. Поэтому я вам желаю успехов,
мощного прорыва личностного. И до встречи в чатах. Отличного дня. Всем пока-пока.